Диктант Победы бьет мировые рекорды. Несмотря на то, что в этом году он проводится лишь в третий раз, количество стран-участниц уже более 80. Акция охватила все континенты, от Австралии, Великобритании и США до Китая и Японии. Но главная площадка, безусловно, в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе. Героизм бойцов и командиров Красной Армии, мужество и стойкость тружеников тыла, героизм партизан и подпольщиков не дали врагу затоптать нашу землю, изгнали его с родной земли и окончательно разгромили в его собственном логове в Берлине. И над Рейхстагом водрузили Красное Знамя Победы как символ избавление всего человечества от ужасов фашизма. У каждого региона своя историческая память. Хабаровск только в первые месяцы войны дал фронту свыше 27 тысяч добровольцев. В Ставрополье было уничтожено практически все хозяйство, но не только выдержали, но и возродили его с нуля. Город-герой Мурманск держал оборону советского Заполярья. Несмотря на прошедшее время, в истории Великой Отечественной остается немало белых пятен. И до сих пор она дополняется новыми подробностями. Диктант Победы – это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны. Это и все-таки проявление нашей благодарности. Наш многонациональный народ тогда боролся за победу. Все несли очень тяжелую ношу, ношу военного времени. И это для абсолютного большинства наших граждан не дежурные слова, не какие-то такие формулы, а это истина. Мы действительно помним и обязаны помнить всех героев и тружеников Великой Отечественной войны. Текущий год – это год начала самой страшной и кровопролитной войны в мировой истории. И уж тем более в истории нашей страны. Войны, потери в которой до сих пор точно не подсчитаны. И вряд ли когда-либо будут определены. Это и невозможно. Главное – сберечь память о подвиге и жертве, которую принес советский народ. Чтобы слова «ничто не забыто», «никто не забыт» были не просто словами. Мы будем хранить историческую память, оберегать ее, не допустим искажения истории ни в учебниках, ни где-то ни было. Мы должны знать, как досталась победа, какой ценой, и никогда об этом не забывать. В этом году в «Диктанте Победы» приняли участие люди самых разных возрастов. Почетным гостем акции в Москве стала ветеран Великой Отечественной Антонина Алексеевна Белозерова. Ей было всего 18, когда она приняла военную присягу. Антонина Алексеевна была назначена начальником наблюдательного пункта и участвовала в боях за освобождение Белоруссии, а также битвах за города Великие Луки, Невель и в битве за Белое озеро. Низкий поклон вам, Антонина Алексеевна, низкий поклон всем нашим фронтовикам. Участники акции должны были ответить на 25 вопросов, которые подготовили эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, а также сотрудники РГГУ. В год 80-летия начала Великой Отечественной часть вопросов была посвящена трагическим событиям и датам первого этапа войны. Я третий раз прохожу тест именно как раз в Музее Победы. Вот, и каждый раз это, в общем, такое публичное, патриотичное мероприятие. С удовольствием принимаю участие. Вот, потому что тоже у меня есть дети, которые, ну, я хочу, чтобы они тоже знали историю. И свои знания проверить лишний раз никогда не бывает. Самый сложный для меня был вопрос, ну, честно скажу, просто не был, не знаю, назовите город, в котором находится мемориал защитникам Неба Отечества. Угу. Вот, ну, как-то я вот уткнулся. И название фильма Алексея Германа, снятого в 80-м году. В целом вопросы все очень интересные, и я признателен и благодарен организаторам этой акции. Одна из тем диктанта – преступления нацистов на территории Советского Союза. Жертвам геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны по инициативе Российского исторического и Российского военно-исторического обществ вскоре воздвигнут мемориал. Инициатива уже поддержана президентом Владимиром Путиным. 22 июня в день, когда исполнится дата 80-летия начала Великой Отечественной войны, в Гатчинском районе Ленинградской области будет заложен камень в основание вот этого мемориала.
И, как я уже сказал, он будет посвящен всем жертвам геноцида, а на сегодняшний день цифры разнятся, но примерно это 13,5 миллионов мирных граждан. В этом году диктант претерпел и некоторые изменения. Он состоял из трех блоков вопросов. Один для региональных площадок Сибири и Дальнего Востока, второй для европейской части страны, а третий специально для онлайн-формата. Новация нынешнего диктанта – новые четыре блока вопросов для иностранцев. Для жителей европейских стран, Юго-Восточной Азии, США и Канады, а также стран постсоветского пространства. Кроме того, абитуриенты, которые писали диктант офлайн и дали верные ответы на все вопросы, при поступлении в ВУЗ получат право на дополнительный балл. По традиции, те участники, кто ответил правильно на все вопросы за минимальное время, смогут лично присутствовать на параде Победы в Москве. Имена победителей назовут уже 24 июня. Служба информации фонда «История Отечества».